Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть сквад режим, пока у нас он доступен. Давайте его выберем. Но перед этим я хочу заменить один артефакт на тройную гранату. Все-таки я сидел, думал. Вообще бы ее прокачать за 2000 было бы неплохо, все-таки урона плюс 10%, радиус плюс 4. Ну блин, хочется очень, но я пока сдержусь. Пока что. Но возможно в будущем, когда я открою копилку 8 уровня, то мы сможем прокачать гранатки. Но пока что пусть будет так, и я гранату поставлю вместо копья обычного. Я все-таки решил оставить копье отброс, тройные гранаты и повесил еще медицинский халат. С таким дропом, я думаю, мы будем сейчас жестко тащить в режиме сквада, потому что, ну, жираф сам по себе там жесткий очень. Плюс тройные гранаты самые жесткие, да, что может быть. Плюс хил вот этот массовый, плюс копье, откуда будет откидывать. Ну вы, короче, понимаете, это будет нереально круто. Так, разработчики писали, что дефибриллятор надевать в скваде нельзя. И опа! Оказывается, можно. Офигеть, да? Просто разрабы вообще удивляют иногда. Но они не могут просто сделать, знаете, элементарных вещей, типа... взять и поставить, типа, ну, нормальное что-то там. Не, это слишком сложно. Зачем этой фигней страдать вообще, да? У нас тупо нету дропа никакого. Мы гранатами закидываем. Просто закидываем гранатами этих челиков. Нам бы аптечку сейчас достать. Все, мы забрали весь дроп, аптечки получили, отлично. Нормально, живем, ребят. Так, я бы похилял, ребят, но мне нечем хилять, поэтому пока что так. Но у меня есть халат, вот халат реально хорош. Правда, халат он больше идет, знаете, ближникам, потому что ближники постоянно типа дерутся и типа им норм садов. Да что вы там стоите? Вас же никто не атакует. Что они там делают? Ой, блин, ну что за челики попались нам? Ну ладно, нормально, у нас два жирафа, мы должны растащить. Тройные гранаты решат. Блин, а может напалм даже можно взять? Блин, жалко мне напалма нету, потому что разработчики запретили в этой, ну, в скваде напалм и дефибриллятор, да? Но дефибриллятор работает, значит напалм, скорее всего, работает. Только вопрос, где он сейчас? Ну что, заходим. Сюда красиво так, жестко зашли. Зачем? Не надо, убери эту фигню. Так, ну мы тут жесткие самые. Разваливаем здесь все. Осталось 12 человек, это, то есть мы остались и еще кто-то. Ну мы тут слишком жесткие, ребят. Мы просто разрыв в кабину делаем. Я просто автоатакой стреляю, понимаете? Я не стреляю даже... Я даже не стреляю, не целюсь. Ну вот, немножко прицелился, да? Ладно. В этот раз прицелился чуть-чуть. Все, развалили. Развалили в хламину. Там еще легендарный дроп. О, легендарная граната. И она мне упадает, да? Да. Батька с легендарной гранаткой сейчас будет. Красота, просто красота. Ну что, где наши противники? Тут что ли? Серьезно? Тут один последний остался? Нет, еще есть даже. Во, идет акула тут. Акула последняя осталась. Все, ГГ. ГГ. ГГшечка, победили! Конечно, ладно. Боже, посмотрите, он пятерых, он семерых убил, а я одного всего лишь убил. Но при этом я дамажил очень жестко и хилял, и все такое. В общем, я красиво все делал. Хотя очень странно, что он всех убивал. Ну ладно. В принципе, режим спада очень прикольный, особенно если 5 жирафов собираются вместе.
Вот если нет разницы по уровню слишком большой, то вы можете нормально отыгрывать. Но если она есть, ну это уже тяжело становится. Ну режим очень фановый. Очень фановый. Я прям кайфую от него. Но жалко в нем квестики особо не поделать. Вот эти, которые ивентовые, да? Но, знаете, вот в чем прикол, ребят? Вот, кстати, наша команда. Режим-то фановый, дропа нету. Офигеть. О, нет, есть. О, вот это пролагало, вот это я понимаю, красиво было. Гляньте, пытаются по мне стрелять. Я бы закинул, я бы помог, но мне не получается. К сожалению, не успеваю я. Ну блин, челики просто у меня в команде слабые попались. Они просто решили не помогать. Ну, логично. Зачем помогать, да? И правда, зачем помогать? В этой игре помощь не нужна никому. Сами справятся, не маленькие. Типа. Я тут всех отхилял красивенько. Кстати, посмотрите, можно перекидывать гранату аж сюда. Жесть. Все, добиваем микса. Получаем с них всех дроп. Отлично. А копье что, никто не заберет? Серебряное, что ли? Никому не надо? Ладно, тогда пойду я возьму. И копье, и возьму, и... Этот сейчас мы заберем, аптечку, потому что у меня почему-то... Наверное, у всех по две аптечки, у меня одна, потому что я там хилялся дополнительно. Так, забираем эту. И бежим, 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 бежим. Главное, чтобы ребята там сейчас не поумирали, у нас все-таки четверо осталось. Потому что эти, блин, трое, они страдали фигней, если бы они не страдали фигней, мы бы нормально сыграли. Че там Ник застрял? Так, я за луком подбежал. Подбежал за лучком. За лучком. Так, за лучком побежал, теперь назад. Немножечко я там их поднадамаживаю. Я сейчас, короче, откинусь. Могу. Да, блин, что меня убивают? Ну, ё-моё, ну, Никс, ну, что ты делаешь? Боже, что он делает, ребят? Фух, увернулся, нормально. Тут еще какая-то пачка народу прибежала. Жесткая такая. Я фиг знает, как с ними разобраться. Слишком жесткие, слишком жесткие. Тут 10 уровни просто пришли и развалили, к сожалению. Тоже вчетвером были. Ну все с дефибрилляторами играют. Я не играю, потому что мне на жирафе нужно отталкивающее копье. Без него... Ну, без него он не так хорош, да? Так, а ну-ка, вернулись, отлично. То есть, видите, у меня есть странные гранаты, они очень нужны, потому что, ну, в этом режиме прям жестко тащат. Плюс, нужно отталкивающее копье, чтобы постоянно толкать противника и сделать такую вакханалию прямо на поле. Ну и хилочка тоже неплохо. Хилочка очень хороша в плане того, что в битве, во время битвы можно подхиливать союзников, вообще как круто смотрится. И погнали, последний склад, наверное, скатаем еще разочек. Слишком хорош этот режим. И если бы не проблемы, то, что разрабы не смогли в уровень, не смогли, ну, вот... Элементарные просто вещи разрабы не смогли сделать. Ну, это реально смотрится плачевно как-то. У нас есть кенгуру, у нас есть два жирафа, у нас есть Лиззи. Нам нужен дроп, во. Есть бот, отлично. Убили бота, с него ничего не выпало, кроме аптечки. Нам нужен дроп. Хотя у нас дроп, в принципе, есть. У нас все есть. Можно, в принципе, здесь постоять. Но скучно стоять, да? Я вижу там лук, я пойду, короче, за луком по-быстренькому. Достану его. Пока есть возможность.
Ну, ребятки, ну... Вот если бы они пошли за мной... Они мне просто вот не понимают, что нужно двигаться хоть куда-то, чтобы получать лучший дроп. В итоге мне пришлось забрать весь дроп себе, потому что они стоят на одном месте. Ну, позже, ну... Ой... Ой-ой-ой-ой-ой. Сложно с такими играть, что сказать? Что сказать? Бедняжечки. Здесь же никого нет, а чего они стоят? Неинтересно. Я особо далеко отходить не буду, ну потому что проиграю, если слишком далеко подойду. Да этих нубасов оставлять одних нельзя. Они же по-любому поумирают. У нас пока что 17 человек на карте остается. Возможно, там боты остались, но скорее всего нет. Скорее всего осталось 3 сквада. Сейчас еще один сквад добьют. В итоге что у нас остается? У нас остается 3 команды. Одна из них это наша. С такими нубами мы вряд ли выживем, но... Что есть, то есть. У нас получается 2 хамелеона вроде бы в команде, да? Кто эту Лизи уже убил? Хамелеона, кстати, убиваем спокойно. Блин, я даже успеваю откинуть. Удивительным образом. Забираем аптечку. Хиляемся. Мы здесь, блин, на 2 фронта воюем. Нам надо отойти. Гляньте, в меня именно целят так жестко. Почему-то. Но они думают, что у них получится. А у них нифига не получится, потому что мы жестче. Мы сильнее. Мы сила, ёпта. Просто минусуем все, что движется. И не даем им отхиляться. Нас просто всех раскидали, потому что вот... Ну, хамелеон, ну что ты делаешь? Вот видите, они своих сейвят, наши нифига не делают. К сожалению, да. Ну, почти, почти успели. Я даже убил этого бака. В общем, в итоге, что, ребята, я могу сказать? Моя команда из этих недовкатов даже не смогла схилять нормально. То есть, они видят, что, что у нас упал челик, да? Не, чтобы забежать, помочь. Что они делают? Они ничего не делают. Они бегают там, блин, бьются с каким-то баком, который фиг знает, зачем там бьет, вообще бегает. То есть, понимаете, вот в этом проблема. То, что нубасы, они всегда будут нубасы. Они не понимают, что нужно резать. Они не понимают, что нужно бегать, собирать лут, вместо того, чтобы стоять вечность, да? В итоге мы проиграли этим двум сквадам. Хотя могли бы занять спокойно первое место вообще на изи, да? Потому что мы дрались спокойно против двоих, и как бы, ну, было изи. Ну, в принципе, катки неплохие, в принципе, веселенько все. Сквадик вообще топовый режим. Поэтому играйте, ребят, наслаждайтесь. И на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.